Голосование без видеокамер. Выборы 6-го созыва Народного Хурала пройдут без онлайн-трансляции. С таким заявлением выступил Александр Кинев, представитель Центральной избирательной комиссии. В Республике Бурятия не удалось решить вот эту финансовую проблему, поэтому видеонаблюдения на выборах Хурал не будет. Но мы не видим здесь большой проблемы. По словам члена ЦИК, вся прозрачность выборов ляжет на сторонних наблюдателей, ну и, разумеется, на самих кандидатов, которые прошли этап выдвижения. Сейчас продолжается регистрация желающих стать парламентарием на ближайшие 5 лет. Своих представителей выдвинули 12 партий, одна уже получила отказ. Отказан за верой патриотам России. Причина отказа – это небрежность работы с документами. Теперь по единому списку. Здесь у нас 10 партий. Они, значит, у нас все заверены. Персонально по кандидатам от партии по единому округу оказали лишь одному. Все остальные находятся на рассмотрении. Добавлю, в этом году по Бурятии запланировано около 300 избирательных кампаний. Депутатов Хурала, депутатов местных райсоветов, глав районов и поселений и других выборных должностей. Выборы пройдут 9 сентября этого года.